Что, товарищи, значит, продолжаем изучать экономические проблемы социализма в СССР. Значит, на первом занятии мы рассмотрели, что представляют собой эти экономические законы, каков их характер при социализме и в чем особенности экономических законов при социализме от периода капитализма. На втором занятии мы с вами рассмотрели очень тоже немаловажный и такой интересный вопрос, касающийся товарного производства при социализме. То есть мы с вами убедились, что поскольку социализм еще имеет как бы признаки и черты остаточные от капитализма, то и товарное производство тоже при этом существует. Но у него, конечно, есть особенности от товарного производства при капитализме. И это мы с вами разобрали. Теперь такой вопрос возник в ходе дискуссии, опять же, вот по поводу нового учебника в 1951 году, которое происходило. Значит, вопрос о законе стоимости при социализме. И начинает изучение, рассмотрение этого вопроса Иосиф Виссарионович так. Иногда спрашивают, существует ли и действует ли у нас при нашем социалистическом строе закон стоимости? Да, существует и действует, тут же отвечает он. Там, где есть товары и товарное производство, о чем мы с вами говорили на предыдущем занятии, не может не быть и закона стоимости. Сфера действия закона стоимости распространяется у нас прежде всего на товарное обращение, то есть на обмен товаров через куплю-продажу и на обмен главным образом товаров личного потребления. То есть как и товарное производство на предметы личного потребления, так и закон стоимости в основном распространяется именно на эти предметы, утверждает Иосиф Виссарионович. Здесь, в этой области, закон стоимости сохраняет за собой, конечно, в известных пределах роль регулятора. Но действия закона стоимости не ограничиваются сферой товарного обращения. Они распространяются также и на производство, утверждает Сталин. Правда, закон стоимости не имеет регулирующего значения в социалистическом производстве, но он все же воздействует на производство, и этого нельзя не учитывать при руководстве производством. Дело в том, что потребительские продукты, необходимые для покрытия затрат рабочие силы в процессе производства, производятся у нас и реализуются как товары, подлежащие действию закона стоимости. Именно здесь и открывается воздействие закона стоимости на производство. В связи с этим на наших предприятиях имеют актуальное значение такие вопросы, как вопрос о хозяйственном расчете, вопрос о рентабельности и вопрос о себестоимости, вопрос о ценах. Вот эти вопросы тоже имеют значение. Поэтому наши предприятия не могут обойтись и не должны обходиться без учета закона стоимости. То есть учитывать даже при социализме закон стоимости нужно. Хорошо ли это, задает вопрос автор. И тут же отвечает, неплохо. Почему? Он приводит здесь в своей работе 4 таких позиции, почему неплохо. Вот первая позиция. При нынешних наших условиях это действительно неплохо, так как это обстоятельство воспитывает наших хозяйственников в духе рационального ведения производства и дисциплинирует их. То есть этот закон имеет воспитательное значение, он считает. Второе неплохо. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников считать производственные величины. Считать их точно и также точно учитывать реальные вещи в производстве, а не заниматься болтовней об ориентировочных данных, взятых с потолка. То есть точно рассчитывать деятельность в процессе производства, помогает этот закон. Третье неплохо. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства.
Это вот третье неплохо. И четвертое. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников систематически улучшать методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный расчет и добиваться рентабельности предприятий. Вот это, я думаю, что очень даже важно, что при социализме нужно заботиться о снижении себестоимости. Это очень важная мысль, которую стоит, вот, как бы, на которую стоит обратить внимание. То есть учет закона стоимости, как говорит Иосиф Виссарионович, это хорошая практическая школа, которая ускоряет рост наших хозяйственных кадров и превращает их в настоящих руководителей социалистического производства на нынешнем этапе развития. Беда не в том, говорит он, что закон стоимости воздействует у нас на производство. Беда в том, что наши хозяйственники и плановики, за немногим исключением, плохо знакомы с действиями закона стоимости, не изучают эти действия и не умеют учитывать их в своих расчетах. Этим, собственно, и объясняется та неразбериха, которая все еще царит у нас в вопросе о политике цен. Вот, значит, по поводу этого он приводит один пример. Говорит, что много привести можно примеров, но вот один пример, говорит. Наши хозяйственники взялись решать задачу стоимости зерна для хлопкоробов и стоимости хлопка. И пришли к тому, что попытались уравнять цены, хотя стоимость их должна быть различная. И говорит, что значит, они чуть не разорили хлопкоробов, если бы они ввели то, что они хотели. И поэтому, говорит, ЦК пришлось взять это дело в свои руки, снизить цены на зерно и поднять цены на хлопок. То есть приходится иногда хозяйственников, как он говорит, поправлять. Далее он продолжает. Значит ли, однако, что действие закона стоимости имеет у нас такой же простор, как при капитализме? Что закон стоимости является у нас регулятором производства? Нет, не значит, отвечает он на этот вопрос. На самом деле, сфера действия закона стоимости при нашем экономическом строе строго ограничена и поставлена в рамки. Уже было сказано, что сфера действия товарного производства при нашем строе ограничена и поставлена в рамки. То же самое надо сказать о сфере действия закона стоимости. Вот и далее он называет три причины ограничения закона стоимости. То есть он не, как бы не безграничен, не во всех областях действует, а вот в той сфере, в которой возможно его действие при социализме. Вот три такие причины. Первая причина. Несомненно, что отсутствие частной собственности на средства производства и обобществление средств производства, как в городе, так и в деревне, не могут не ограничивать сферу действия закона стоимости и степень его воздействия на производство. Ну, ограничения, как мы уже вначале он сказал, и мы отметили, что больше всего касается предметов личного потребления этот закон. Вторая причина ограничения. Что в процессе производства социалистического действует закон планомерного пропорционального развития народного хозяйства, который заменил собой закон конкуренции и анархии производства, которая существует при капитализме. То есть вместо анархии производства существует закон планомерного пропорционального развития. И третья причина ограничения действия закона стоимости состоит в том, что в этом направлении действуют наши годовые и пятилетние планы и вообще вся наша хозяйственная политика, опирающаяся на требования закона планомерного развития народного хозяйства. Вот три такие причины ограничения действия закона стоимости он выделяет в своей работе. Все это вместе ведет к тому, что сфера действия закона стоимости строго ограничена у нас
и закон стоимости не может при нашем строе играть роль регулятора производства. Если в капитализме он один из основных регуляторов производства, то здесь, при социализме, он не может играть роль регулятора. Этим, собственно, и объясняется тот поразительный, в кавычках, факт, что несмотря на непрерывный и бурный рост нашего социалистического производства, закон стоимости не ведет у нас к кризисам перепроизводства. Тогда как тот же закон стоимости, имеющий широкую сферу действия при капитализме, несмотря на низкие темпы роста производства в капиталистических странах, ведет к периодическим кризисам перепроизводства. Вот такое разное влияние на производство отмечает Иосиф Виссарионович при социализме и при капитализме. Далее. Говорят, что закон стоимости является постоянным законом, обязательным для всех периодов исторического развития. Что если закон стоимости и потеряет силу как регулятор меновых отношений в период второй фазы коммунистического общества, то он сохранит на этой фазе развития свою силу как регулятор отношений между различными отраслями производства. То есть возникает вопрос, не является он регулятором между отраслями производства. И как регулятор распределения труда между этими отраслями. На это отвечает Иосиф Виссарионович так. Это совершенно неверно. Стоимость, как и закон стоимости, есть историческая категория, связанная с существованием товарного производства. С исчезновением товарного производства исчезнут и стоимость ее формами, и закон стоимости. На второй фазе коммунистического общества количество труда, затраченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через посредство стоимости и ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно, вот внимательно обратите внимание, количеством времени, количеством часов, израсходованных на производство продуктов. То есть резкое изменение при коммунизме произойдет, измерение количества труда. Что же касается распределения труда, то распределение труда между отраслями производства будет регулироваться не законом стоимости, который потеряет силу к этому времени, а ростом потребности общества в продуктах. Вот. То есть необходимостью роста количества продуктов. Это будет общество, где производство будет регулироваться потребностями общества, а учет потребностей общества приобретет первостепенное значение для планирующих органов. То есть по мере продвижения коммунизма необходимо совершенствование планов и совершенствование работы планирующих органов. Вот на это акцентирует внимание Иосиф Виссарионович. Совершенно неправильно также утверждение, говорит он, что при нашем нынешнем экономическом строе на первой фазе развития коммунистического общества закон стоимости регулирует будто бы пропорции распределения труда между различными отраслями производства. И здесь он опять отвечает, что это неверно, и говорит, что если бы это было верно, то тогда это было верно только при определенных условиях. И вот он тут приводит три «если». Вот давайте на них остановимся. То есть, что как будто бы закон регулирует, закон стоимости регулирует пропорции распределения труда между отраслями производства. Если бы, первое «если», если бы это было верно, то непонятно, почему у нас не развивает вовсю легкую промышленность, как наиболее рентабельную, преимущественно перед тяжелой промышленностью, являющейся частью, часто менее рентабельной, а иногда и вовсе не рентабельной. То есть по закону стоимости то, что рентабельнее, надо развивать. Но при социализме почему-то, хотя и не очень рентабельно, но тяжелая промышленность преимущество имеет перед легкой промышленностью. Это вот первое «если». Второе. Если бы это было верно, то непонятно, почему не закрывают у нас ряд пока еще нерентабельных предприятий тяжелой промышленности, где труд рабочих не дает должного эффекта,
и не открывает новых предприятий, безусловно, рентабельной легкой промышленности, где труд рабочих мог бы дать больший эффект. И третье, если бы это было верно, то непонятно, почему не перебрасывают у нас рабочих из малорентабельных предприятий, хотя и очень нужных для народного хозяйства, в предприятия более рентабельные, согласно закону стоимости, якобы регулирующего пропорции распределения труда между отраслями производства. То есть здесь регулирование при социализме законом стоимости уже не происходит. И он продолжает эту мысль. Очевидно, что идя по стопам этих товарищей, которые утверждают, что закон стоимости регулирует пропорции производства, нам пришлось бы отказаться от примата производства средств производства в пользу производства средств потребления. А что значит отказаться от примата производства средств производства? Это значит уничтожить возможность непрерывного роста нашего народного хозяйства, ибо невозможно осуществлять непрерывный рост народного хозяйства, не осуществляя вместе с тем примата производства средств производства. Эти товарищи забывают, что закон стоимости может быть регулятором производства лишь при капитализме. При наличии частной собственности на средства производства, при наличии конкуренции, анархии производства, кризисов перепроизводства. Они забывают, что сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной собственности на средства производства, действием закона планомерного развития народного хозяйства, следовательно, эта сфера ограничена также нашими годовыми и пятилетними планами, являющимися приблизительным отражением требований этого закона. Продолжая вот эту мысль, он говорит, некоторые товарищи делают отсюда вывод, что закон планомерного развития народного хозяйства и планирование народного хозяйства уничтожает принцип рентабельности производства. То есть, что такое рентабельность, все понимаем, да? Это совершенно неверно. Дело обстоит как раз наоборот. Если взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства, и не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства, и в разрезе, скажем, с 10-15 лет, то было бы единственно правильным подходом к вопросу, то временная и непрочная рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства и планирования народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами. То есть вот эта мысль, что только при социализме, при плановом производстве возможно избежать вот этих вот колоссальных ущербов, которые могут нанести и наносят при капитализме экономические кризисы. Вот, собственно, все, что он хотел сказать здесь о законе стоимости, и дает такой вывод по этому вопросу. Не может быть сомнения, что при наших нынешних социалистических условиях производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства. Вот, собственно, все.